Я начну с супа. Написано суп куриный с лапшой по-домашнему. Естественно, он с лапшой, но не по-домашнему. Ну, в принципе, такой, как я готовлю. Только зачем мне сюда морковку по-корейски заставили? Это вопрос. Не солено. Знаешь, куда я думаю переставить просто сюда? Потом получается так, что я посреди стола поставила. Вот так. И вот так. Да? Получше будет. Вообще не соленый. Перец, вот это суп. Приятного аппетита. Тоже не солено? Нет. Он хотел один суп. Мясо суп. Спросил у него, вкусный или нет. Она говорит, своеобразно, не берите. Мне нравятся мне такие официанты, которые по правде говорят. Но вот овощи нарезаны так длинно, вот вообще это надо в рот запихивать. Как даже не знаю. Смотри, реально морковь по-корейски. Сынок, если что, вот туда подвинься, а то у меня здесь это стоит, чтобы я не мешала. Не сёрбай, пожалуйста. Я его по-другому не буду пить, не смогу. Пока что. Дайте мне вилку оттуда. Салат. А ты вот этот тоже бери, Светослав. Не хочу. Вообще не за 40 минут пришел. Понравилось? Я не люблю 40 минут. Это вкусно. Мы тут даже не посолим, что не сделаем. Нет. Овощи, конечно, здесь. Все у меня по лицу. Да. Я солила. Прикольно, смотри, ты знаешь, что такое? Курица. Это не корица, это бадьян. Какая разница? Разница в том, что вот корица, а вот бадьян, а это гвоздика. Здорово. Угу. Овощей уже захотелось. Мы привыкли каждый день овощи есть. Мы привыкли дома есть каждый день овощи. Да ничего, я смотрю мимо тебя вообще, даже не на тебя. Mm.
такой суп и не соленый, но все равно он вкусный. Жидкого хотелось. Салат и овощи тоже не заведенные, а чувствуется, что только порезанные цветы. Да, они... Мы где-то брали этот салат, видишь, чувствуешь прям прикус. Стоял. Там мы приготовлены, да. Я такой не люблю вообще. Не, я вендрин вишневый заказал. Да, свежие овощи. Я еще вот такой салат заказала. Мне хотелось. Но там была нарисована малюсенькая порция. Здесь привезли полкило, наверное, на этой тарелке. Ты можешь чуть середину сдвинуться, чтобы я боюсь постоянно, что ты заденешь телефон, Святослав. Поспокойнее. А это ты заказывал что-то? Да, наверное. Я так и не помню, что покажу. Нет, ты так и заказывал? Я так и не заказывала. Не, я же не заказывала. Филадельфию я точно помню, я ее всегда заказывала. Все, все, молчи. Мои же. Много лишних посуды. Так, по итогу это классно будет, давай сюда. Вот посолил, да? Ты к себе поставь. Диван совершенно неудобный. Здесь, видать, сидело уже не 1000 человек, а он проваленный. Господи. На этом диване сидит моя задница, и она чувствует, что он проваленный, а не твоя, Святослав. Веди свои 3 копейки. Приятного аппетита.